ты посмотри, сколько в последнее время шибко умных развелось, а? Что такое уже трапилось? Я ему полчаса, значит, говорю, вы нарушили, а он мне говорит, я ничего не нарушал. Полчаса мне какие-то графики рисуют, наизусть мне правила дорожного движения рассказывают. Навіть новых два правила придумал, которые реально улучшают движение. Блин. Вот идиота кусок, ты бачишь его. А ты вообще за что его останавливал? А? Да я уже не помню, он мне всю голову запудрил, пудрило, блин. Ой, Иваныч, Иваныч. Простите, помогите. Мне срочно нужна ваша помощь. Значит так, правая рука – это та рука, которая держит селфи-камеру, а левая – другая. Не благодарите, счастливого пути. Ну что, издеваетесь? Я прекрасно знаю, что вот это правая рука. В общем, меня машинка перестала слушаться. Тут все понятно. Потому что машинку надо было дрессировать, когда она еще маленькая была. Ну, тобто з брилкового возрасту. Коли машини взрослі, вони вже дресировки практично не піддаються. Да ви мені неправильно поняли. Вона не хоче, щоб я її вела. Ну, я, може бути, теж не хотів би, щоб ви мене вели. Мало того, що ви руки путаєте, то, мабуть, і з ногами проблема. Яка проблема? Нормальні у мене ноги бриті. Так а з машинкою в чому проблема? Ой, ну, в общем, ну, когда я еду и поворачиваю направо, она едет прямо. И когда я давлю педальку газа, она тормозит. Ну, все просто. Что и требовалось доказать? Вы просто педали путаете. Да. Я не могу путать педали, потому что они у меня подписаны. Знаете, что еще? Самое страшное, что мне кажется, что она меня преследует. Я кто преследует? Что вы такое кажете? Она за мной шпионит. Шпионит? Может, на драгтест проверить, а? Ну, может быть, кстати. А что вы так смотрите? А? Видите? Видите? Дай, жезл дай, жезл. Жезл, жезл. А ну, стоять! А ну, стоять! Ага! Я таке в кіно бачив. Це восстання машин. Вони самі там їздити почали. Спокійно, я таке в реальному житті бачив. Коли депутат в дерево в'їхав, а ми потім в протоколі написали, що то машина сама. Так, зараз я її укращу. Держи. Що? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. О, бачили, га? Вона реально живая. Так, значить, я зараз сяду внутрь, якщо через 5 минут я не вернусь, передайте моїй жені, що я її люблю. Любив. А генералу передайте, що він урод. Ну, я його теж люблю. Така у нас дурацька є любов. Ой, вона її зараз зжере. Зараз я. Оп! Ой! О! Ой! Ого! Ой! Вона його переварює! Ага! Живий! Все! Я її отдрессировал. Теперь вона дрессирована, як наша Верховна Рада. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ага. Привет. Ты теперь послушная? Ну, Григорич, ты, конечно, красавчик. Прям дрессировщик авто. Ага. О, бачишь? Поїхала. Поїхала. Вот такое. Так а що ти там з нею зробив, а? Та що, відключив автопілот, тепер вона сама її управляє. Що ти розказуєш, який автопілот? То ж машина, а не самоліт. Та то почти самоліт, то ж Тесла, в неї реально автопілот є. Не хочеш розказувати, Григорич, не розказуй, а сказки мені тут заливати не треба. О, диви, вона в стовп врізалась, каже автопілот. Ха, вона просто педалі путає, ех ти, піду штраф оформлю. Та які педалі, вона... Ой... То якщо б у мене була Тесла напарником,
Вот то мы гроши б зашибали с ними. А с Иванычем, конечно. Ой, смотри. Прохладно сегодня. Да нет, вроде нормально, жарко. Хотя нет, согласен, прохладно как-то. Да. А вон, смотри, девчонки симпатичные подъехали. Сейчас согреемся. О, да. Такой вид ничем не испортишь. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Скажите, это пляж? Пляж, бабушка, пляж. Только непростой. А какой? Золотой. Я смотрю, вы чтобы здесь отдыхать, последние портки продали. Бабушка, это нудистский пляж. Какой? Бандитский? Вы что, бандиты, что ли? Нудисты! Нудистский пляж! Здесь голые загорают. Да. А, голые? Значит, я правильно приехала, мне сюда. В смысле? Так. Вы что, раздеваться догола собрались? Ну да. Это ж Голяковый пляж. Вот я и буду. Нет, давайте вы лучше поедете на обычный городской пляж, там сядете в уголок для пенсионера, вы будете загорать. Ну, я поехала. Но кто ж меня на обычный пляж-то пустит без купальника? А денег на купальник у меня нету. А здесь можно и так. Так что я... Вот, держите вам на купальник, пожалуйста. Ой. Спасибо. Купите себе купальник и идите на нормальный пляж, и там и загорайте. Спасибо, внучек, обязательно куплю. Но только я ж сюда по пенсионному приехала, на автобусе. А обратный автобус только через 3 часа. Так что я тут пока голяком. Вот вам на такси. Берите такси, едьте за купальником, покупайте купальники, идите на общественный пляж, там и загорайте. Ой, да. Спасибо, внучек, спасибо тебе. Ой, ну только ж на обычном пляже лежаки платные, а у меня денег нету. Так, так я здесь лучше голяком, где можно. Бабушка, так что вот, пожалуйста, вам на лежаки, вот вам на кукурузу, вот вам просто к пенсии. Спасибо. Все. Спасибо, ребятки. Я пойду, только вы тут смотрите. Пипирки свои не отжарьте. Мы с ними сами разберемся. Вы идите, бабушка, идите. Ага. Вот славненько. Вот хорошо, что бабушка в свои годы может еще телом зарабатывать. Вы что-то говорили. Почему вы остановились? А, что? Вы говорили, что у вас проблемы с женой. Продолжайте. А, да. Она, у меня жена, знаете, такая властная. Такая сильная. Ну, зарабатывает больше, чем я. Даже эти сеансы оплатила она. Я рядом с ней не чувствую себя мужчиной. А уйти боюсь. Я ведь мужчина. Мужчина должен решать все сам. Вы мужчина. Это нормально для мужчины поплакать. Вот возьмите. Знаете, здесь не такие плакали. Вы молодец, что решились и пришли сюда для того, чтобы, так сказать, поплакаться мне в жилетку. Можно? Нужно. Мужчина, я во-первых, имела в виду образно поплакаться в жилетку, но если вам помогает, вам так легче? Легче, но нужно еще немножко, можно. И помните, что вы мужчина. Да. Мужчина. Да. Вы мужчина? Да. Мужчина. Да. Спасибо, доктор. Это была прекрасная терапия. Я себя чувствую теперь настоящим мужчиной. Я не знаю, как это произошло. Я вас очень прошу никому не рассказывать. За связь с пациентом меня могут лишить лицензии. Ну что вы, доктор, ну еще не хватало, чтобы мир лишился такого прекрасного специалиста. До свидания. Доктор, здрасте.
Я опять к вам. Жена опять говорит, что я не мужик. Я поняла. Хорошо, присаживайтесь. Только давайте в этот раз без прелюдии, точнее, без слез. Сразу к жилетке. Да, да. Знаете, доктор, вы просто богиня. Так я уже давно не плакал. С женой, знаете, ну так, максимум всхлипнул разочек. Это больше не должно повториться. Здесь установлены камеры. Понял. Тогда следующий сеанс переносим к вам в квартиру. У меня, сами понимаете, жена дома. Покусики. Это нужно остановить. И, понимаете, очень непростая ситуация сложилась. Доктор, подождите, мне нужно срочно выплакаться. Ты? Что ты тут делаешь? Ты смотри, как у тебя голосок проклюнулся. Вот видите, доктор, она опять командует. Так, успокойтесь. Это я пригласила сюда вашу жену. Для того, чтобы у вас все наладилось, вам нужно ей высказать все то, что вы говорили мне. Выплакаться ей в жилетку. В жилетку? Посмотрите на нее, куда там плакаться? Ах, так вон оно что. Вот каким плачем вы тут занимаетесь. Ясно. После которого потом ты мне хнычишься, да? Я все объясню, Клава. Будешь объяснять моей сумочке. Клава! Нет, Камелинда, сейчас ты у меня будешь плакать! Скотина такая! По крайней мере, я выполнила свою работу. Все-таки она воспринимает его мужчиной. Вот, пожалуйста, презервативы, с вас 50 гривен. Ага. Ну, перед тем, как я это, рассчитаюсь с вами, скажите, а где у вас тут примерочная? В смысле примерочная? Ну как в смысле? Что значит в смысле? Вдруг они мне не подойдут, плохо смотреться на мне будут. Я бы хотел их перед тем, как купить, сначала померить. Что значит померять? Вы что, первый раз презервативы покупаете? В том-то и дело, что не первый. Я в прошлый раз взял презервативы. Так, представляете, одеваю, они мне жмут. Мне потом полдня пришлось по дому ходить разнашивать. Знаете, мужчина, это как бы не смешно. Тут в том-то и дело не смешно. Вы представляете, за полдня, как они мне натерли. Я потом только с пластырем смог их одеть. Так, вы берете их или не берете? Вы очередь задерживаете. Я так снотворное никогда не куплю. Ну, действительно, идиот какой-то. Женщина? Вы когда лифчик покупаете или платье, вы же его тоже меряете. Вот я тоже хочу померить. Вдруг они не подойдут к моим носкам. Женщина, я умоляю, продайте ему эти презервативы. Пустите его в подсобку, пусть он там померяет уже. Очередь, конечно, я его пропущу, он их померяет. Потом они ему не подойдут, а кто будет их оплачивать? Я, что ли, со своего кармана? Ладно, уговорили, вот вам задаток сразу, 50 гривен, пожалуйста. Где у вас тут подсобка? Там. Идемте. Что значит «идемте»? Ну, что значит? То есть значит. Мне же надо услышать женское мнение со стороны, как оно мне. Да, вы что, идиот, что ли? Я с вами никуда не пойду. Господи, я это снотворное никогда не куплю. Все, пойдем. Другое дело. Ох, хорошо. Сразу все на место стало, понятно? Как по мне шили. Давайте мне еще одну пасечку. Вот, пожалуйста. Скажите, а они после стирки не сядут? Так, мужчина, уйдите уже! Пожалуйста, пачку снотворного. Ага, пожалуйста. Угу. Спасибо. Так, ну что, мы наконец-то разнообразили нашу сексуальную жизнь. Да, нашу семейную сексуальную жизнь. Целых 3 раза. Значит, сейчас пойдем в музей. Туда все равно никто не ходит. А для смотрителя музея, а я взяла снотворное. Буду тебя оккультуривать. Идем. Извращенцы. Шум. Здравствуйте. Здравствуйте. Как будем стричься? Ой, вы знаете, на ваше усмотрение я просто о вас столько всего хорошего слышала, что вы прям гуру, прям вот волшебник и маг. Ну, я просто до парикмахерской в цирке фокусником работал. Да? Для начала скажите мне, кем вы работаете?
А это имеет значение? Конечно. Исходя из вашей профессии, я смогу идеально для вас подобрать прическу. Ну, я фрилансер. Интересно. Угу. Надо будет подумать. Итак, приготовились, не пугаемся. И... Ахалай! Махалай! Интересно у вас, конечно, представление о фрилансе. Я просто подумал, что вы, как фрилансер, наверняка больше любите получать гонорар в долларах. Вы знаете, да. Не зеленые. Прекратите. Объясните, попробуйте еще что-нибудь. Да, как скажете. Приготовились. И... Абракадабра! А вот сейчас мне прямо интересно послушать ваше объяснение. Ну, я просто подумал, что фрилансеры, они свободолюбивы, как индейцы. Спасибо, что хоть скальп не сняли. А давайте что-то такое, знаете, попроще что-нибудь. Попроще? Давайте. Ну, так, как скажете. Хорошо. Так, приготовились. Ших. Сим. Салабим. Ой, это что-то я слишком просто подумал. Я сейчас переделаю, не волнуйтесь. Чифузы. Мифузы. Ап. Ну как? Ой, вы знаете, мне это нравится. Я просто подумал, что творческий беспорядок на голове фрилансера будет в самый раз. Ой, спасибо вам большое. А, это вам. До свидания. Всего доброго, хорошего дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Опача. Как будем стричься? На ваше усмотрение, говорят, вы такой мастер. Понятно. Тогда скажите мне, кем вы работаете, чтобы я лучше смог вам подобрать прическу? Я депутат. Понятно. Тогда классика. Итак, приготовились. Трах, тибидох, тибидох. Ап! И поверьте мне, это не только мое мнение, так о вас думают все. Что? Следующий! Ну чё, очухался? Так а ну-ка говори, гражданин Петров, вспомнил ты, где деньги, оружие и наркотики, а? Слышь, хватит в несознанку играть! Где я? Где, где? В милиции где еще? Там, где положено. Я ничего не помню. Слышь, я тебе сейчас дубинкой дам, ты у меня сразу все вспомнишь. Тихо, тихо, подожди. Ну давай, давай, Петров, вспоминай, где деньги, где оружие, где наркотики. Да я же говорю вам, не помню. Может, я их в машине оставил? Вот, вот, уже лучше. Давай, где машина? Не помню. Я тебе сейчас реально отхреначу! Подожди ты, не перегибай палку. Товарищ полковник, ну давайте, помогайте нам. Ну мы ж так по кругу двое суток ходить будем, но... Да я бы с радостью. И не помню я ни хрена. Я думал, меня хоть допрос как-то встрепенет, что я бац и все вспомню. А хрен там. Вы же меня допрашиваете, как две вялые макаронины. Ну, вы, товарищ полковник, тоже нас поймите. Вы же все-таки старше по званию, мало ли что. Не, понятно, субординация, всякая мне. Вот что последнее вы помните? Кто? Короче, вот точно помню, что мы праздновали День милиции. Так, ага. Вот, на следующий день мы должны были ехать на охоту. У меня в машине там были... Все в машине было. Деньги для егерей, оружие для животных. Ну и марихуана для уничтожения. Это понятно, само собой. Вот. А что случилось? Ни хрена я не помню. Мы в первый день как дали. Так же я не помню, ни где машина, и никак домой забрал. Слушайте, а вы камеры наблюдения смотрели?
Вот ты идиот, что ли? Ну какие камеры наблюдения на дне милиции? Это же серьезное мероприятие. Тем более, мы же там не одни были. Там же, кроме мусоров, еще были проститутки, чиновники там всякие высокопоставленные, криминальные авторитеты. 11 воров в законе. Это не хухры-мухры, это статус мероприятия. Ты себе, ну, прикидываешь вообще? Ну, так что мы делать будем-то? Да не знаю. Ну, я вообще в одном кино видел, если человеку 3 дня не давать спать, он потом расскажет все, что хочешь. Не давай-ка ты пойдешь с этим предложением. Мне не надо вот что хочешь. Мне надо конкретно вспомнить, где машина, где деньги, где оружие. Марихуана, хрен с ней, еще купим. А может, тогда мы это и забьем вас до полуобморочного состояния? Сознание как бы уйдет, а подсознание нам все расскажет. Я это в другом фильме видел. Ты меня, если хоть пальцем тронешь, и это будет последнее кино, то, что ты видел в своей жизни. Давайте, думайте! Иначе, если вы не придумаете, я эту пропажу на вас спешу. Понятно? Есть! Есть идея, товарищ полковник, есть! Есть на жопе шерсть! Я в курсе. Слушайте, а давайте мы вас опять погрузим в то же самое состояние, и вы все вспомните, а? Не надо, это очень долго. Да и не выпью столько. Да что долго-то? Все ж здесь, на месте есть! Так это ж целый год до дня милиции надо ждать. У меня нет столько времени. Не надо, вот. Ага. Я не пью. Один. Так а мы готовы? Угу. Наливай. Начинаем следственный эксперимент. Да. Вот, и короче... Сейчас, подождите. Мы что вообще здесь собрались? Что мы делаем? Что мы так нажрались? Олухи тупоголовые. Ты что, один я только все помню? Я никогда ничего не забываю. Мы здесь собрались, так, чтобы провести следственный эксперимент. Что-то знакомое. Следственный эксперимент. Да. Смогу ли я разбить бутылку об голову? Нет. А я докажу. Нет. Смотри. Нет. Делай раз. Сейчас. Еще раз. Делай раз. Еще раз. Не смог. Слушай, а зачем мы его вообще из той машины из озера вытащили? Хрен знает. Я отхода помню. Мы же пьяные были, правильно? Правильно. Так что его, может, назад в лес оттащить? Ну, пускай сам идет. Ладно, придет в себя, начнем все заново. Правильно. От у нас робота важка, це капець, і головне опасно. Оце зупиниш якусь дорогу машину, і вже стрьомно, не знаєш, що там їде. А якщо зупиниш оцю якусь лоховську, так ще й неізвісно, працюють там тормоза чи ні. Соб'ють нафіг і все. Ой. О, ти диви, хто їде. Ага, так, значить, якщо на велику, то лох. Якщо лох з портфелем, то це лох з деньгами.
Тихенько, тихо, куди це ми їдемо? Извините, я очень спешу. Я розумію, я теж спішу. Вирішити це, як то кажуть, без штрафа. А що я нарушив? Ну що ви? Ви без шльома їдете. Я понял. Слышь, мужик. Що? А знаєш, хто я? Хто? Я мер. Мер? Чого мер? Мухосранська? Чи Сранськожопінська? Кого мер? Я мер вашого города. Та що ти мені розказуєш, мер? А я міністр МВД. І що? Я правда мер. Слухай, я бачив нашого мера. Наш мер їздить на дорогих тачках, а не на великах. Я не можу їхати на дорогій тачці. Я їду на допрос в ГБР. Так, тихо, я тебе зараз сам пішлю, тільки на інші три букви. Я бачив, як мер їздить. В нього ж в машині одні проститутки. Воно він навіть на бігбордах з проститутками фоткається. Це електорат. Та який електорат? Що електорат? І, кстати, у мера, я думав, що в нього вуса сиві, а то в нього слід від кокаїна. Так що давай, плати штраф, або я лишаю велик, а ти сам пішки йдеш. Поняв? Хорошо. Хорошо. О. Сейчас. Алло, Коль, подъедь, пожалуйста. Да, я тут на 128-м посту. Коля, що, приїдеш, це такі самі, як ти, на самокаті? Шахматисти, йо-моё. Я вас не спиняв. Їдьте собі далі. Євгеній Михайлович, визивали? Визивав. Ага. Одну секундочку. Опа-опа-опа, ну чё, доволен, падла? Євгеній Михайлович, вибачаю, ти не впізнав. Можете їхати далі. Куда едем? ГБР? Какое ГБР? К бабам в баню, апа! Понял, велосипед в багажник? В жопу ему засунь. Понял, поворачивай. Коля, не надо, я сам. Так, так, так. Ну что, все? Я могу уже по пиву пойти? Девочка, ну, давай еще крайний кадр, вот как будто я солнце на ладошке держу, давай? А давай ты его вот руки вверх поднимешь? Так. Да, как будто ты двумя руками держишь, потому что ты же одной не удержишь. Дим, ну пожалуйста, ну один кадр. Ну я пойдешь, пиво хочу. Ну потом пойдешь пить свое пиво. Хорошо. Так, ну, все. Все, могу идти за пивом, правильно? Любимый, ну подожди, давай так как небо сливается в воду, и я между ними, давай? Давай. Знаешь, сейчас я сольюсь, по-моему. Ну, сил у меня уже нету это делать все. Ну, Димочка, ну сейчас пойдешь пить свое пиво, ну еще один кадр, ну пожалуйста. Ой, хорошо. Все, я могу идти пить пиво? Дим, пожалуйста, крайний кадр. Пожалуйста, давай, я сейчас голову опускаю в воду, мочу волосы, быстро выныриваю, и ты меня фотографируешь в этот момент, давай? А, подожди, а если не получится? Дим, ну волосы высохнут, потом еще раз попробуем. Нет, все, это уже вообще ни в какие ворот не лезть. Я пошел пить пиво, понятно? Ты меня не любишь! Юлька, подруга, привет, как дела? Ой, Викусь, привет! Муа! А мы тут с Димасиком фотографии делаем для Инстаграма. Ну да, кто-то делает фотографии, кто-то два часа как козел скачет. Димась, а можно ты меня быстро сфотографируешь с моей лучшей подругой, а? А потом пойдешь пивасик пить. Пожалуйста. Ты что, серьезно сейчас? Пожалуйста, пожалуйста. И на мой телефон тоже. Да. Ну хорошо. С ней все нормально? Да. Дим, ну все, теперь я могу лечь позагорать. Куда лечь? Подавай, надо сфотографировать так, чтобы у меня солнышко в бокале заиграло. Тем более, что тут фотки, тут всего 2 литра, 2 кадра осталось. Давай, о, лошадка. Есть? Да сколько можно? Я могу уже лечь позагорать. Конечно, можешь. Но после того, как сфотографируешь меня с Серегой. Каким еще Серегой? Лучший друг.
Я только что с ним в баре познакомился. Серега, иди сюда, у нас сейчас фотосессия будет. Я угощаю. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Здравствуйте, мне нужны мнемонимы. Что, простите? Мнемонимы. Что? Да презервативы ему нужны. Да, совершенно верно. А, так, у нас есть со вкусом банана, клубники и ванили. Вам какие? А со вкусом хрена нет. Хотя кому нужны хреновые презервативы, да? А мне обычные, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Извините меня великодушно, а есть меньше размер? Просто я анекдот вспомнила, а там про маленький шлем. Вот, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста, но мне надо еще меньше. Я второй анекдот вспомнила. Там про маленького мука. Какая же это мука быть маленьким? Вот. Простите меня, пожалуйста, но мне надо еще меньше. Так, молодой человек, еще меньше? Это будет на пальчике. Есть такой анекдот. Жил-был мальчик с пальчик, и у него был спальчик. Могли бы вы мне продемонстрировать? А вы, женщина, мне надоели уже ваши недвусмысленные намеки. Я директор музея, и эти самые штучки я одеваю статуям на причинные места. Потому что, если вы не знаете, может образоваться псилобициновый грибок. Да, и, видимо, вы не в курсе, что скульпторы античности доводили причинные места у статуй до минимального гротеска. Что? Маленькие, в общем, у статуи, понимаете? Вот, пожалуйста. Вот, на пальчнике. Огромное спасибо. Это то, что нам надо. Пожалуйста. А мне, пожалуйста, презервативы XXL. Да просто только что вспомнил Верку Сердючку, куда она подкладывала надувные презервативы. Больно умный! Добрый день. Здравствуй. Ой. Вот кто у нас кучеряво живет. Шутка такая. Ну, как стричь будем? Мне немножко длину подкоротить. А давайте вам сразу машинкой под ноль. А что? Сейчас лето. И голова будет дышать. Послушайте, если вы не сможете справиться с такой сложной стрижкой, я пойду в другую парикмахерскую. Да справлюсь я, справлюсь. Шутка такая. Угу. Я просто с коллегой сейчас посоветуюсь, как лучше стричь вас. Он опытный в этом деле. Он раньше овец стриг. Да шутка я, шутка, шутка. Кусты подстригал. Да шучу я, шучу, юмор. Жан! Жан. Добрый день. Вообще-то я Игорь, но Жан я по маме. У меня мама Жанна была. Здравствуйте. Мама, ух, ни хрена себе, какие кудри, а! Да, мне тоже нравится. Может быть, вы и начнете все-таки меня уже стричь? Конечно. Давайте я предлагаю сразу под ноль, да? Ну, а чего? Лето же. Может, какие-то другие варианты есть? Мне только длину меньше сделать, и все. Ну ладно, есть другие. О, смотрите, а давайте горелочкой пройдемся. Вообще класс будет. Вас, когда знакомые будут встречать, будут думать, что вы после барбекю, а? Да подожди ты, Жан. Ну что ты, не помнишь, что мы этой горелкой прошлому мужику голову спалили всю. А, да, да. Он как афроамериканец вышел, помнишь? Да, да. Тогда, может, во, да, а? Секатором, ну, как кусты, пройдемся, и красиво будет. Ну подожди ты, что ты не помнишь, как мы прошлому мужику этим секатором уши секанули? Да. Помнишь, сколько кровищи было тут? Да.
Тогда и мужик иссеканул, и мы иссеканули. Да. Потому что можно было на лет 6 попасть. Ну ладно. Я пойду, сидите, сидите. Шутка все. Шутка. Шутим мы. Смотрите, еще есть вариант. Да? Можно топором пройтись. Оно будет немножко топорно, но в целом-то будет красиво. Да послушай ты, ну что, ты забыл, что ли? Как мы позапрошлому мужику случайно горло задели. Да. А там не уши, там назад не пришьешь. Да, нам и судья так сказал. Да, да. Ну тогда я не знаю прям что. Я знаю. Я знаю. Сейчас, сейчас. Подождите. Ну вот. Можно теперь его нормально стричь. Ну да. Крепкий орешек попался. Обычно кучерявые после садовых ножниц выпрямлялись. Ну да. А седину мы вам закрасим. И нам плюсик будет. Так. А где у вас туалет? Вон там, прямо по коридору. Сходите, сходите. Да, хорошо, что у нас туалет есть. И очень здорово, что мы душ сделали. Да. Надо будет еще прачечную организовать для особо тяжелых случаев. Эх, новый офис, это, конечно, кайф. Да, вот правду говорят, что любой кризис – это в первую очередь новые возможности. Да, сидишь тут, птички поют. Ага. Воздух свежий, прям настроение работать появляется. Так, может, ты и отчет сделаешь, а? Не, у меня ноутбук садится. Может, ты? Да у меня он тоже заряд на исходе. Ну, так, давай, стреляй, давай. Стреляй в него, давай, за скалы. Башню прям! Круто. Так, второй. Дебилы! Я не поняла, где мой отчет? Вообще-то он должен был быть у меня еще позавчера. Так, вот. Яна Викторовна, мы бы сделали, просто у нас ноутбуки садятся. Ну, сели. Реально, да, нам бы сюда такой аккумулятор побольше поставить, чтобы можно было ноутбуки заряжать и нормально играть. В смысле, а чего ты там делаете и все такое? А почему вы не в офисе? Так как? Карантин же, в офисе опасно сидеть вообще. Конечно. А сидеть опасно. И вообще, как по заднице дам, что вы сидеть вообще нигде не сможете. Вообще-то карантин уже 2 дня как отменили. Так что бегом в офис. Ну. Яна Викторовна, да. Мы тут как бы посовещались, и большинством голосов, так сказать, единогласно решили перенести наш офис сюда. Да. Вот. Мы здесь сделаем эко-офис. Да. Без всяких там этих ноутбуков, планшетов и всего такого, что загрязняет природу. А как же мы играть будем? А телефоны для чего? А, точно. Решено. Да. Будет эко-офис тут. То есть вы, так сказать, эко-активисты, да? Да. Да. Вы знаете, это прекрасная идея. Я тебе говорил, она поведется. Так, давай, еще один. 13, 14, 15. Вот твоя зарплата. Ах, да, вот, премия. Так, теперь ты. Нравится? Да как-то не очень. Не очень. Слушайте, может, вернем все, как было? Ну тогда давайте, ребятушки, бегом в офис, чтобы вы случайно не стали эко-безработными. Да. Понятно, все ясно. Очень доходчиво. Да. Хорошо. Ой, хорошо. Замечательно. Ты что, не качаешься совсем? Да, замечтался. Да ладно. Небось, о гречке с грудинкой? Не, мечтал, как я после зала приду домой, возьму гантельки и покачаюсь. Классная мечта. А ты от груди сколько жмешь? От какой? От левой или от правой? От правой? Да, столько же, сколько от левой. Логично. А от двух сразу сколько? Ну, так
Как от левой и правой, только вместе. Класс. Да. Слышь, Серый. Да. А ты думал, вот, что будешь делать после качалки? В душ пойду. А, ну да. Да. Не, в смысле, ну, вообще, вот, после качалки, ну вот, типа, когда ее закроют, ну, допустим, вот, закроют качалку, что ты будешь делать? Как закроют качалку? Ну. Я об этом даже не думал. Ой, действительно, я ж кроме как качалку больше никуда не хожу. Ну. Кто я без качалки-то, а? Да тихо, тихо, расслабься, это я так, ну, фантазирую. Ой, щит, как это нет, без качалки? Что за жизнь да без ладно? Качалки? Вообще. Говно вообще. Ты протеин любишь? Ну, конечно. А химия? А? Химия? Не. Мне больше физкультура нравилась и труды. Химия не мое. Здравствуйте. Извините, я смотрю, вы просто держите гантели. Дайте мне, пожалуйста, заниматься. Вот этой гантели? Ты что, она тяжелее тебя? Ты же, небось, тяжелее циркуля ничего не подымал в жизни. Как я пошутил! Не очень. А вот циркуля... Смешное слово. Циркуля. Извините, пожалуйста, так вы мне дадите позаниматься? Позанимайся лучше аэробикой. Или макраме. Макраме. Еще смешнее циркуля. Знаете, вот вы смеетесь. Между прочим, книга – это гораздо сильнее вот этих ваших железок. Потому что знание – это сила. Серьезно? Да. Ты что, дурак, что ли? Ты что, книгами себе кубики на лбу накачаешь? А что, на лбу мышцы? Как их качать? Ты что, я пошутил, учись. Я вообще, капец! Ну, это тебе не макраме. Макраме! Я прошу прощения, так вы мне дадите позаниматься или нет? Пойди вон, позанимайся в зал для групповых тёлок. Бассейн детский заглянуть не забудь, ботан. Там по колено как раз можно. Хорошо. Да. Так как? А что это было? Достоевский. Идиот. Кто идиот? Ну, не Достоевский же. О, гантелька освободилась. А хотелось же по-хорошему. Так, мифическое существо также называют милиционеров, которые берут взятки. 9 букв. Так. Ментяра. Не подходит. Оборотень. О, оборотень. Оборотень. Отлично. Так, следующее. Твою мать! Вы зачем так делаете? Чего вы пришли сюда вообще? Кто вы такие? Здрасте. Мы ищем квест-комнату. Ага. Кого? Так вы сейчас найдете приключения на свою задницу, понятно, не квест-комнату? Да в том-то и дело, что мы ищем приключений. Понимаете, мы все квест-комнаты в городе уже прошли. А тут, смотрим, новая открылась. Называется «Ментовка». У вас на двери написано. Угу. Ага. Вот сиплый, ну козел, а. Это он написал, падла. Так, это никакая не квест-комната, это милиция. Идите отсюда. Папки посмотри. Тут должен быть ключ. Угу. Так какой нафиг ключ? Быстро положили на место, это дела. Сюда дай. Ключ? Блин, так вот почему, оказывается, не было взлома. Потому что у него был ключ. Ха!
Ё-моё. Слушай, смотри, прикол. Прям как на допросе. Ух ты. Это вы убили своего подельника? Нет, у меня алиби, я был у любовницы. Так, а ну быстро положили лампу. Что вы тут устроили, детский сад какой-то? Что? Что ты сейчас сказал? Я был у любовницы. Петрович, привет. Слышу, а вот это дело, помнишь, там, где кабан, это самое... Да, слушай. Так, а может, он просто был у любовницы? А? И поэтому у него это... Как его, господи, как ты это сказал? Как это? Алиби. Алиби, а? Ну, работай. Конечно, голова у меня. Так, говорите, любите всякие приключения? Ага, квесты. Да. Сейчас вам будет квест один. Сейчас будет квест. Так, хорошо. Ну, а вот этот? А? Ну, тут все очевидно. Убийца дворник. Да, ясно как день. Понятное дело, что дворник. Я знал, просто проверял вас. Так, ну все, спасибо большое. Все, игра окончена. До свидания. Идите отсюда. Как? Вот так. А как же суперигра? Нет никакой суперигры. Все, до свидания. Game over. Идите. Подождите. Ну как же, ну должна быть суперигра в финале. Нужно кодовое слово. Пароль. Пароль. Слово пароль, пароль. Пароль, пароль. На заборе было написано, когда мы подходили. Как там? Менты козлы. Менты козлы. Менты козлы. Менты козлы. Менты козлы. Давайте суперигру. Сейчас будет вам суперигра. Вот вам супер уровень на пару суток. Называется обезьянник. Класс. А спорим, мы его за час решим и выберемся отсюда. Угу. Ой, слушайте, а это люди, которые прошли этот квест, да? Да. Они прошли супер-дупер уровень. Называется СИЗО. Это что значит, что мы проиграли? Первый раз? Просто от Петренко еще никто не уходил. Подожди. Я, кажется, понял. Так. Оборотень в погонах. Подожди. Подсказка же сразу же в начале была. А если это правда, то... Товарищ лейтенант, мы, кажется, нашли выход из комнаты. Вот ключ. И вы победили! Все, давайте, выходите. Я не закрывал там. А, там еще открыто. Идите, да. Круто. Все, и друзей приводите. Спасибо, крутая у вас комната. Ну, стараемся. Ага. Вот идиоты, господи. Милиция! Я хочу написать заявление. А мы никакая не милиция. Мы